человек носит шестиконечную звезду на своей груди, то к этому человеку эзотерически другие люди начинают относиться так, как будто ему хотят что-то подарить. Поэтому, если человек носит шестиконечную звезду, найдется много людей, которые будут в них, в этом человеке видеть человека, которому хочется дать что-то, хочется помочь. Если у вас не получается продавать, допустим, с вами хочет рассчитаться человек и не может отдать деньги, прям не может отдать, вам нужно одеть шестиконечную звезду, тогда будет отдавать. Да, конечно, конечно. Дело в том, что не нужно носить шестиконечную звезду с символом Шма, или символом минора и так далее. Ну, это религиозные символы, и обычные люди, которые не связаны с этой религией, они, скорее всего, не должны носить именно такой символ. А просто шестиконечную звезду люди имеют право носить, так как он не принадлежит только иудеям. Он гораздо древнее, и этот символ есть и в древнейших там зданиях Индии, его многократно видел, и есть, ну, во всех абсолютно религиях, и в христианских, и не христианских, там, в чем только можно. Рекомендую вам использовать ту программу, которую я вам сегодня покажу и с вами отработаю, на протяжении хотя бы одного месяца. Если вы поделаете один месяц, вы будете в шоке и в восторге от того, что с вами будет происходить. Один месяц даже. А человек должен нарисовать на своей груди шестиугольную звезду, представив, будто она там светится золотым цветом. Итак, если человек представит золотую шестиконечную звезду, которая в середине не обязательно должна быть заполнена, он автоматически делает все для того, чтобы окружающие люди хотели ему что-то дать. Таким образом, в случае, если человек поставит шестиконечную звезду и после этого с этой шестиконечной звездой мысленно пойдет подписывать договор, ему подпишут. Начнет занимать деньги, ему займут. Пойдет устраиваться на работу, 100% возьмут. Поэтому что нужно сделать, когда идете просить деньги? Рисуете мысль на шестиконечную звезду. Или вам надо позвонить человеку или встретиться, чтобы он вам отдал деньги. Что нужно сделать перед этим? Нарисовать шестиконечную звезду. Тогда шестиконечная звезда, она что делает? Она делает все для того, чтобы четвертая чакра начала работать на принятие. Поняли? Шестиконечная звезда, нарисованная на четвертой чакре, включает эту чакру на принятие. То есть люди, окружающие, хотят вам отдавать свою любовь. А куда течет любовь, туда текут и... деньги.